Хореографическое отделение школы искусств «Классика» каждый раз удивляет и поражает зрителей профессиональными постановками. Весенний концерт открыли «Лесные нимфы». Хореографический коллектив – вдохновение, многократный победитель международных конкурсов и фестивалей. Балерины изящно исполняют сложные элементы. Только педагог знает, какой многочасовой труд стоит за всем этим. Выиграли мы международный конкурс «Танцы без границ». Было достаточно сложно нам участвовать, потому что было 150 коллективов, и старшие дети взяли гран-при. Ну, я думаю, заслуженно, они очень много трудятся. Кто-то занимается балетом год-два, а кто-то уже более пяти танцует на сцене. Но для каждого ученика хореография – это целый мир, жизнь, воздух. Они не представляют себя без нее. Танцы для меня – это, по-моему, это все, потому что я хожу на танцы, это с радостью. Я люблю танцы, это музыка, это красивое движение, это, ну, это даже для меня польза, потому что, может быть, уже когда я вырасту, меня будут называть на улицах, я буду, ну, там, знаменитой, просто это, ну, танцы это очень. Этот год очень для меня успешный, мы заняли первое место в конкурсе. Очень много чему научились, и это большое достаточно достижение. Я занимаюсь 6-й год, мне очень нравится мое занятие, и я хочу стать балериной. Я занимаюсь только 3-й год, а здесь вообще занимаюсь только 2-й год. Поэтому я хочу заниматься, я уже живу танцем. Я хочу стать тоже балериной. Родители, бабушки и дедушки – главные зрители для каждого участника концерта. Выход на сцену любимого ребенка – настоящий праздник для всей семьи. Многие из балерин воплощают в жизнь мечты своих мам, которым по разным причинам так и не удалось блеснуть на сцене. В школе классики с 4 лет у Елены Борисовны занимаемся. Вот, мы сразу шли, зная о том, что это сильный педагог, и это было нашей целью попасть к ней. Вот, мы занимаемся уже 5 лет, да, Алина? Нам уже 9. Вот, мы не пожалели об этом. Вот, и в моем детстве каждая девочка мечтала стать либо стюардессой, либо балериной. Да? Ну, я надеюсь, что моя дочь осуществит мою родительскую мечту, вот, и станет успешной балериной, тем более с таким педагогом, как Аникина Елена Борисовна. Я думаю, что у нас есть шансы. Балет – это моя жизнь. Я хочу, чтобы у меня все получалось, и я была самой лучшей в балете. Ребенок просто в 3 года сказал: хочу быть балериной. Ну, хочешь, пошли. И с тех пор мы просто живем балетом, совершенно нежданно, негаданно, но вот живем. Каждый день у нас балет. Терпсихора – муза капризная, непостоянная, чего не скажешь о учениках школы искусств. Они уже давно определились со своим выбором и не представляют своей жизни без танца. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».